2 марта подрядная организация выиграла тендер на проведение ямочного ремонта в городском округе. Практически сразу она приступила к работе. Сначала ямочный ремонт проводился холодным асфальтом. После 20 марта погодные условия позволили применить уже и горячий его вариант. В первую очередь были охвачены въезд в город со стороны столицы и улица Трактовая, переходящая в Березовское шоссе. Теперь черед проспекта Комсомольский. Начали от Карла Маркса в сторону Авалона. Почему? Потому что здесь как бы проблематичный участок был, и людям тяжело было проехать этот участок. Поэтому мы начали отсюда. И думаю, что закруглимся. Закруглимся – это означает до телевышки, обратно в сторону вокзала. С вокзала вернемся на Карла Маркса. Дальше, скорее всего, пойдем на улицу Ленина. Ну, будем ждать указания администрации. Работаем как бы совместно с администрацией. Где проблем побольше, туда и идем. Работы по ремонту дорожного покрытия будут проводиться весной и летом. Сотрудники подрядной организации понимают, что это создаст препятствия как пешеходам, так и водителям. Поэтому призывают нефтекамцев быть более бдительными при перемещениях по городу. Уважаемые автолюбители, просим вас уважать наш труд, соблюдать правила дорожного движения и быть очень бдительным, очень аккуратным, где ведется ямочный ремонт. Повышенная опасность. Ребята вас не слышат, не видят. Ребята заняты своим делом. Радостное для многих горожан известие. В этом году продолжится и ремонт тротуаров. Начнут с четной стороны улицы Социалистической. От проспекта Юбилейной до улицы Победы. Затем пешеходные дорожки по Парковой. Отрезок от Дорожной до проспекта Комсомольский. Эти тротуары станут первыми, но не последними в этом году. Зульфия Амирова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей».